Ваш сид-карту. За мной быстро. В эту комнату зашел. Блин. На стул сел. Я так вижу, что вы о нас сильно плохие слухи распространяете. Да, не так ли? Как в смысле? Сейчас я расскажу, в каком смысле. Значит, говорите то, что если мы не сопротивляемся, то мы не относимся к частям людей. Почему вы так считаете? Хорошо, вы сопротивляетесь им, но почему вы на нас начинаете гнать? Мы вас не трогаем, сидим тут. А вы, значит, на нас говорите гадости. Это плохо. Значит, отказывается этот разговор. Хорошо. Ну что, кому теперь вопрос? Я спрашиваю, кому теперь вопрос? Или вообще без пальцев останешься? А ты знаешь, что матом нехорошо говорить? Нехорошо ругаться. Спросить, почему вы на нас говорите всякие гадости? Чем вы вам навредили? Да ну. Недавно говорили то, что мы них не сопротивляемся, мы не относимся к людям. То, что мы бездушные монстры. Потом объявили нам войну. Ничего об этом не говорит. Вижу от тебя толку никакого. Ладно. Отправляйся к своим лидерам. К лидерам на небесах. На небесах с ними поговоришь.